Поезд на Урумчи. Двенадцатичасовой. Сидящий. Самое интересное, когда сейчас сюда сядут, вот так вот сидишь. Утка. И вот так ноги ищут. Ну их непонятно, немецко всех погонишь. Ну, даже охранники с пинками не отличишь. По шеврому. Это все равно будет. Охранники с пинками. Подъезжаем к городу Урумчи. Ну, аэропорт есть, самолет поднимается. Ага. Биндзян. Вот этот район называется Биндзян. Тут, кстати, рейсы в Новосиб есть, по-моему, в Екатеринбург. Да. Но в Алматы должны быть, наверное, рейсы. В Алматы есть. Мне отсюда улетали в Алматы. В Москву ездили. Ну, в Москву понятно, то, что у нас Новосиб-то есть. Видимо, популярное направление здесь. Студентов, наверное, много там кто учится. Да здесь все СНГ почти увидишь. Если Хохлов будет, и Беларусь будет. Смотри. G30, она же 312, идет на восток, минимум до Ланчжоу. По-моему, дальше поворачивает она на юг, до Чэнду и Куньминя. Ну, в общем, чтобы выбраться из Урумчи, вот все ориентиры на G30 и 312 трассу. Где-то на трассе в сторону Ланчжоу. Попутный город называется Чанчань. Ну, собственно, будем сейчас здесь стопить. Хотя стопить тут нельзя, как я понял, потому что это сам хайвей. В Китае на пешеходе находиться здесь запрещено. Соответственно, нужно было бы найти заправку, но я так полагаю, что заправки в ближайших местах нету. Ну, собственно, как-то так. Заказывая еду в Китае, помните, что все может быть очень острое, очень острое. Но вкусное. Я знаю, это что? Мунан. Но не это что? Чить Ванчжоу. Сейчас попробую здесь заночевать. Мама, Вы же
叫洗呀，这个真的可以开车了，不洗呀不。有这个，不是你。行了，不洗也得热一出，行了，不洗也得热一出。OK 了，还是得洗。不能有。真的要拉正气给人嘛，要火锅难的当然要。那你把烧气筒卖车多挡多少呀？我卖这不说了呀。这个巴拉斯来了，这还要吃的不吃的？这个不懒得拉着上去，卖就全是拉上去。这个不懒得往屋里不对了，是吧？哦。不是那开车连开车都是那么，你是一批一列的嘛？俺那说吃着天天赚钱的那么自信。他那是不是不肯再干了？这是说给这这儿几十块钱饭嘛？二斤肉这个是日币元嘛？日元饭嘛？日元饭是十个日币什么？那就感觉这么鬼厉害，你说这多少？他就要吃饭嘛，两个人，他在地上，他一过到边上，人家饿了不行。每个人心饿都是俺们心饿了，就给他个没啥价值。下班了，俺喝酒找人，他都给他报警，俺要想给厂子去他他就把儿子这坐在对着来，对着打。喜欢的。给他报警。OK。拜拜。Yeah, I feel like I kind of listened all day. Strange to hear nothing. It's kind of like I'm Yes, there was a wrapper on. Yeah. My spit out. I think it does look quite it's so nice. The crunch sounds really good. The fresh asparagus.
找个天使替我去爱你。